Я хочу показать прекрасное полотно, которое у нас есть в благотворительной трапезной Дома Милосердия. Мы его не передавали в благотворительную галерею. Очень красивая картина, очень красивый холст. Посмотрите, посмотрите, какие краски. Благотворитель нам ее передал. Называется она «Церковь». Вот церковь Алексеевская в Москве. И написана была эта картина в 1945 году. Представляете? В 1945, это когда закончилась война. Вот эта картина, ее благотворитель нам подарил. И выставляем мы ее за 150 тысяч рублей. Вот, кто хочет помочь Дому Милосердия, может приобрести это прекрасное полотно. Да, Златочка? Вот. Очень красиво. Очень красиво. Посмотрите.